Гей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас Васаби, Бульбазавр и кто-то там еще заходит. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Привет. Сегодня у нас очень классный ролик, потому что мы будем испытывать разных SCP, монстров и аниматроников стихийными бедствиями. У нас будет торнадо, вулкан, хотел сказать. Наверное, вулкан там есть. Огненный торнадо и, конечно же, цунами. Пацаны, можете ставить много разных монстров. Я буду вам даже немножко помогать. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы начинаем веселиться. Пацаны наставили разных аниматроников, SCP-шек. Давайте для прикола. О, все, пока не ставьте, пацаны, у меня начинает подлагивать. Пока это мы еще... Я знаю, это требовательные очень SCP-шки. Ну что, давайте начнем с огненного торнадо. Мне он очень нравится. И сразу пошел эпик. Они в углу, их откинуло. Да, да, да. Так, торнадо летит в эту сторону. Тут паровозиком просто все эти. Давайте мы, пока он идет сюда, мы поставим гиганта. Все хотели, чтобы мы потестировали гигантов. А у нас гиганты это кто? Вот. Давай, гигант, на тебя идет смерч огненный. Давайте... Нет, у меня ком сейчас взорвется. Да? А я предупреждал, что будет жопа. Давайте еще один поставим. Как вы думаете, нормально будет? Ого, два огненных торнадо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик. Ролики выходят каждый день. Записываем всегда какую-то классную вакханалию. Вот как, например, сейчас. Он полетел, смотрите, воздух. Просто полетел. Бум. А, кстати, аниматроники не двинулись-то? Во. Я сделал, что они теперь двигаются, ребята. Побежали. Слышишь, они убегают от этого, от смерча. Думают, ну нафиг. Отец, ну ты видел? Конечно, они бегут. Это жесть, он пошел. Так, короче, я торнадо удалил. Слышь, они за мной бегают, успокойтесь, мужики. Я сейчас испугался этого степи-рептилии. Давайте теперь обычный торнадо. Давайте жестче сразу. Время у нас не так уж и много, чтобы показать все, что мы хотим. Сейчас будет эпик. Давайте еще гигантов поставим. У нас есть вот такой вот. Включите мраком, пожалуйста, и не вали. Во-во-во, пошло. Да я думаю, что уже, если делать, то делать красиво. Офигеть, что внутри происходит. Это у нас, ребята, шестой класс. Или по шестибалльной шкале, да? Шестой... 6 баллов, вот так вот. А можно по шкале лагов? А по шкале лагов? О, у меня 30 кадров. 30 кадров у меня идет из 60. 70 кадров. Почему она его не дамажит? Я... Хорошо. Давайте вот такой вот поставим. Еще. Ого. Слышь, они за мной бегают и все. Аниматроники психи какие-то. Почему никто не умирает из них? Или умирает? И степишка умер. А, нет! А, они между собой дерутся. Вот, блин. Ну, деритесь, и вас будет помимо этого еще и дамажит. Так, сейчас я удалю. А, вот. Торнадо удалил. Так, давайте очищаю карту, ставьте заново монстров. Только не надо NPC-шек этих ставить, другого пилпака ставь. Ой, аниматроников, которые дамажат. Сейчас мы их поставим, я помогу пацанам. Да, мне кажется, уже задержка началась. Да? Ну это нормально. Что хотел. Так, вот этих мы не будем ставить. Я знаю, что они будут гоняться за нами. И вот эти тоже. Давайте обычных аниматроников поставим. Я знаю, с какого пака брать. Какого? Бабка Гренни. Бабка Гренни тоже нам нужна. Сейчас будет вообще эпическое что-то. Я помню, то, что из четвертой части не бегают. О, привет, сосед. О, слышь, он там ходит, дамажит. Слышь, не бей наших. Iron Man, не то. Скромников давайте поставим. И давайте... Скромник там твоих братьев ставят. Но... Чумного доктора давайте поставим, пусть позаражает, ходит всех. Он пошел, кстати. Ну что, давайте сразу седьмой класс. О, цунами уже пошло у нас, давайте цунами сразу лупанем. А почему бы и нет? Это маленькая. Фух.
Ого, они подкинулись. Прикольно. Давайте еще разок, мне понравилось. Прикольно, красиво. Очень красиво. Димас, у нас есть маленькая проблемка, те, кто не может летать. Скромники-то заагрили. Хорошо, я тебе включу режим полета, погнал. А что, землетрясение не рабочее, да? Слышь, они вон бьют статую. Чекова они там бьют. А они им пофиг. Так, у нас есть торнадо. Так, я звук убрал, потому что что-то там стрёмно играет. Давай, торнадо против SCP, аниматроников. И даже зомби поставили. Ого, их SCP-шка мочит. Ого, Димас, они умирают. Ого. Что-то в небо там улетает. Дима скромников дососало. Да, я вижу, они улетают в небо. Блин, классный мод на торнадо, мне он очень нравится. Один из самых лучших. Давай еще машины будем ставить еще. О, давайте. Давайте, пацаны, поставим разного всего много. Пусть они бегают, давайте и машины наставим. Ты хочешь, чтобы они летали в воздухе, типа, да, тачки? Да, да, да. Ты хочешь... О, давайте не такие машины, берите симфиз, которые взрываются. Так, все, пока мы с ней будем, да, больше, потому что у меня кадры вылетают. У нас есть... У нас есть... Пацаны, давайте мега-цунами на потом, да, ставим? Или давайте сразу мега-цунами? Давай нам следует. Давай тогда, давайте землетрясение. Ого! Я не ожидал такого. Стой, стой, я удалю. Стой, 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 успокойся, успокойся. Я всё? Сказал нюхать землю. Ого, как я и сказал, колеса отлетают. Извините, ребят, но это было очень сильно жестко. Это мега-торнадо, которое очень сильно крутит ветер. Обратите внимание, какая скорость. Ого, машины полетели в небо. Вот это скорость у тачек. Ой, я полетел. Надо мне в воздухе зависнуть. Мой диван. О, поезд полетел. Вот это скорость. Круто получается. Я тоже полетел. Я думаю, оно будет... Надо найти мод, который из себя делает торнадо. Да? Да, типа вот для спала и много машин. Так, ребята, ставим еще... Ставьте быстрее еще много машин. Так, симфиз. Давайте давайте очищу карту. Потому что у меня немножечко, да? Ой, красота сразу получается. Так, ставим машины. Я вообще сейчас потону. Давай цунами еще. Ты хочешь цунами сейчас? Давайте землетрясение, а потом цунами. Я хотел огненное торнадо, но давайте землетрясение. Как, что хотите, то я сделаю, пацаны. Землетрясение. Знаете, наверное, надо стрим по таким проводить вещам, что в комментариях, когда стрим, писали все. Скоро, наверное, будет, да? Знаешь, что я придумал, можно сделать? Можно, короче, сделать гонки со слабым... землетрясением, типа машины будут ехать и кидать. Классная идея. У меня, короче, миллион идей по поводу этого мода есть теперь. Можно сделать гонки, когда будут торнадо за тобой, типа, летать по карте рандомно. Ты выживание. Я все, больше не буду говорить, а то еще кто-то сплагиатит. Димас, а в торнадо можно вселиться? Я не знаю, но есть такой мод, кстати, где можно торнадо управлять. Ну чё, землетрясение или цунами? Давайте тогда, слабенькое, потому что было очень мощное. Давайте вот такое послабее. Да подожди, подожди, ты не вот это сразу... Я подлетел, чтобы у меня камера... Ого! Все, удалил. Удалил, 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 стойте, стойте. Не нервничайте, не психуйте, пацаны, все хорошо. Дима! Ты же сам... Че, прикольно. Давайте еще ставим машину. Позже, позже, пацаны. Сейчас мы зачистим это все цунами. Или давайте, давай. Да, давайте мега-цунами. А почему бы и нет? Я вот сейчас так встану. Вот я стою себе, просто отдыхаю здесь тихонечко. И тут такой цунами лупашит. Офигеть, прощайте, ребята. Я на самом верху, Дима. Ого, вы видите, что творится? А, я выживу. Офигеть, я выжил, пацаны. Я реально выжил, вот как? Чудом, там где я стоял, нет машин.
Пошли. Димас. Да. Ты когда находишься в этом торнате, у тебя иногда бывает такой эффект, как будто... Как будто в глаза вода попала. Да-да-да. Классно, да? Это часть мода. Я прям на волну бегу. Офигеть, оно их дамажит. Одна из самых лучших таких модов. Все, последнюю. Давайте еще, даже не последнюю, а что, давайте еще эпическое сделаем. Мне понравилось. Мега-торнадо и мега-землетрясение. Ты хочешь два стихийных бедствия? Да. Ой. Ты псих. Давайте потом еще. Давайте на это еще и накинем цунами. Так, давайте поставим вот этих машин. О, давайте поставим тяжелые машины, танки. Так, у нас есть же танки. Я чуть-чуть сломал. Че нет у нас танков? А вот, да, есть. Ой. Ой, танк, извини. Я что-то тулганом не могу ставить танки, что такое? Привет, спринтрап. Привет, младший. Знаете, что можно сделать? Можно, короче, землетрясение сделать и цунами. Или нет? Как вы хотите? Все, лагает, не ставьте. Не ставьте, не ставьте. Может сразу три цунами лупануть? Давай. О, я извините, ребята, я чуть-чуть больше сделал, чем я хотел. Офигеть, давайте улетим. Ого. Надеюсь, не вылетит, но это реально эпические кадры какие-то. Я лагаю. У меня тоже. А мне нормально. Я. Кстати, танки вообще с места особо, да, не сдвинулись? А, не сдвинулись. У меня 600 пинг, это что? Ну что, ребята, вот эпик, вот. Я даже не знаю, есть ли смысл возрождаться. У меня лагает очень сильно. Господи, посмотрите в небеса, диван летающий. Удаляй его, удаляй, потому что это реально что-то неимоверное. Я думал, вылетит. Не вылетело. Танки падают, пацаны, осторожно. Дождь из танков. Стоп-сон. Мне кажется, у нас навсегда остался этот океан посредине карты. Я вообще один, кто выжил. Так, ну и что? И еще разок, только что-то мы сделаем такое не лагающее. Просто эпическое. 23 землетрясения. Эти машины не лагают, обратили внимание? Ну у кого как? У кого лагает, да? У меня нет. Ну не ого. Не кстати, я не знаю, я такое еще когда-то записывал. Прям вообще эпическое. Ого. Потому что пинг. Все, больше не буду, больше не буду. У меня все, у меня. Ты куда поехал? Стой, там новая машина. Блин, я даже не знаю. Давайте все-таки. Давайте. Высаживаемся. Я хочу вот сюда просто полететь, чтобы сразу я не умер. Хочу постепенно умирать. Погнали. Я с тобой хочу постепенно умирать. Эй, погода портится. О, пошло. Дай мне угадай, я зря возродился. Да. А чё он туда улетел? Давайте отсюда посмотрим, как это будет выглядеть. Крутит. Машина пошла первая. Пошел дом месить. Ого, смотрите, как их сносит. Эй, торнадо, лети сюда. Димас, там кто-то находится, мне кажется. Да? Ничего, не бойся. А на кого-то... Эй! Он улетел, что ли? Хорошо. Еще разок. Давайте мне присели. Будет красиво. Пацаны, я нашел бункер. Ух ты. Он улетает куда-то, знаете почему? Нет, он возвращается. На меня. Ой-ой-ой, пошел прямо на нас. Ух ты. Он, знаете, кончается, так понимаю, сам по себе. Он не вечный. Все машины снесло туда. Ну и все, давайте их тогда в одну сторону уже сместим. Офигеть, давайте вот тут посмотрим, как это будет смотреться. Ой-ой-ой. Хорошо вам, пацаны? На. Нет, это мне тошнит сейчас. Давайте их помесим, машины эти. Ой, лагает, да, чуть-чуть? Чтобы
Смотрите, их надо было разного цвета. Нормально, колбас, мне нравится. Я сейчас буду тошнить. Да. Вода в воде. Прикольно получилось. И все, и последний раз. Прям в эпицентре я бы находил. Не, я бы зарядился. О, вот, тут пацана даже под водой не поможет. Ну как сказать, я под водой нахожусь, и мне помогает. Да? Да. Я прям в эпицентре, только сверху. Я вместе с тачками в воду улетел. Вон машина полетела. Димас, вот какой это уровень? Самый последний, 10-й. Это мега уже идет, мега цунами, мега торнадо. И я думаю, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.